Вот и закончился, друзья, третий день нашего строительного проекта. Вот вы видите, нам тут аккуратненько все оббивают досками под опалубку. Тут где-то я даже видел, они эти металлические такие штыри привезли. Будут их, наверное, тут распиливать, проволокой обматывать. Вот они, арматуру выложили тут вдоль забора. Вот она. А вот так колышки приходят, видите, которые они забивают, устанавливая вот эти деревянные доски, да, опалубку. Вот, некоторые спрашивают, а это что, а это зачем? Так мы же все увидим. Мы не обязательно, как бы сразу это все понятно. Сейчас я поднырну тут под желтой ленточкой. Оп-ля. Так. Работает инженер, так называемый structural инженер. Видите, вот землю практически все вывезли пока что. Из того, что тут успели нагородить вот такую гору. Вот эту гору уже так за пару дней вывезли. В принципе, на стройке обычно в субботу люди тоже работают. Вот там говорили, что лимончик у нас выдрали. У нас лимончика здесь не было на участке. Я сейчас туда подальше покажу. У нас есть апельсинчики. Надо бы туда забраться и их ободрать. А вот за забором у соседа тоже апельсинчики. Здесь это очень принято. Цитрусовые растут всюду. Лимончика у нас тут не было. А вот как сюда делаем, уже и посадим.